Молодежная сборная Казахстана по боксу завоевала 7 медалей на турнире памяти Эмиля Жейчева, который проходил в Софии. 3 золота, 1 серебро и 3 бронзы позволили национальной команде занять первое место в общемедальном зачете. Второе у россиян, на третьем представители Азербайджана. Награды высшей пробы в своих весовых категориях достались Саматали Толтаеву. Он, к слову, признан лучшим боксером турнира. Санатали Толтаеву и Ермахану Жакпекову.